Фиксация окончания войны – десятый и завершающий пункт формулы мира президента Владимира Зеленского. О том, каким будет документ, который остановит боевые действия и принудит Россию к миру, говорить рано, утверждают эксперты. Как показывает мировая практика, переговоры, скорее всего, будут проходить при участии других стран-гарантов безопасности в регионе. Это могут быть как отдельные государства, так и международные организации, такие как ООН. Это может быть сделано как с помощью посредников, то есть когда государство или международные организации выступят посредниками и помогут, скажем так, Украине и России достичь компромисса в данном вопросе. Но я думаю, что, скажем, прежде всего это некое двустороннее соглашение, которое должно зафиксировать вот все. И здесь важно даже не сколько вопрос завершения войны, я не думаю, что он будет так звучать прямо в договоре, но это важно именно урегулирование всех вопросов. Одно из главных условий завершения войны – вывод российских войск на международно признанные границы Украины 1991 года. Однако возможно ли признание России территориальной целостности Украины при нынешней власти в Кремле – вопрос риторический. Пока Путин при власти, он вряд ли пойдет на какие-то уступки. Это война будет, пока он точно при власти. Окно возможностей откроется при смене власти, это правда. Но ненадолго, потому что Россия, ну где-то на лет 5, потому что Россия будет похожа на Германию после Первой мировой войны, то есть страну реваншистскую, которая требовать будет реванш. Обязательное условие для выполнения 10-го пункта формулы мира – Украина должна одержать победу на поле боя, уверены эксперты. Ведь разговор с Россией, которая понимает лишь язык силы, можно начинать только с позиции победителя. Тогда Киев сможет диктовать условия для восстановления мира, к примеру, разоружение приграничной зоны, контроль международных партнеров над ядерным арсеналом Федерации и выплата репараций. Историческая практика показывает, что подобные условия возможны. Конечно же, это обязательно вопрос репараций. То есть без этого, я думаю, что подобное соглашение не обойдется. Слишком много вреда было причинено России, и Россия должна заплатить не только морально, но и финансово, но и материально. Относительно там возможности каких-то, ну, не то чтобы утрат территории, но какого-то там разделения, либо же сокращения вооруженных сил, есть примеры. Напомню, после Второй мировой войны разделение Германии – это было одно из мер ответственности за развязывание войны Германии. Полномасштабная война, развязанная против Украины, не первая военная агрессия России в отношении соседних стран. Поэтому надеяться на добрую волю Кремля соблюдать международное право после завершения войны опасно, предупреждают эксперты. Возвращаясь к опыту там Первой мировой войны, ну, заставили немцев сократить до 100 тысяч, да. Ну, заставили их что-то там еще сделать, фактически лишили его всего флота, тяжелого вооружения. Но они вот взяли и нарушили. Вот а какой механизм их заставить это сделать? Тем более, что это ядерное государство. Тут какие-то другие подходы должны быть, какие-то демилитаризованные зоны теоретически. Но опять же, а что будет, если они нарушат их? Какое будет наказание их? Тут, знаете, главное, что мы должны закрепить, это санкционный режим. Санкционный режим с Россией не должен сниматься там, в следующие 30 лет, лучше 50. Кроме соблюдения санкционного режима, не должна ослабевать и дипломатическая изоляция России. Федерация обязана понести наказание за смерти тысяч людей и разрушение сотен украинских городов с начала военной агрессии 2014 года. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.